Здравствуйте! Эта морская птица прилетает на сушу только в период гнездования. Неполовозрелые птицы проводят в открытом море от 4 до 7 лет. Речь пойдет о чернобровом альбатросе. Ареал чернобрового альбатроса приходится на южные районы Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Места гнездования находятся на отдаленных островах, где практически нет врагов – Окленд, Тристан-да-Кунья, Южная Георгия. Известно 13 видов альбатросов, 9 из которых обитают в южных морях, трое в северных и один вид – Галапагосский альбатрос в тропическом поясе. Клюв у альбатроса длинный, желтый, крючковатой формы, розовый на конце. Через маленькие ноздри выделяется избыток соли и желудочный сок. Темные перья вокруг глаз у взрослого альбатроса образуют своеобразные брови, благодаря которым птица получила свое название. У птиц обоих полов перья на верхней стороне крыльев темно-коричневые, маховые перья темные, серый хвост и темная окантовка нижней стороны крыльев. Остальные перья белого цвета. Пара строит гнездо из земли или глины в месте, откуда хорошо видно море и где уже обосновались другие пары. Птенец остается в гнезде 9 месяцев. Самка откладывает одно большое и тяжелое яйцо белого цвета с коричневатыми крапинками. Чернобровый альбатрос элегантно парит над морскими просторами. Он умело использует воздушные океанические течения, поэтому может парить целыми днями. Чернобровый альбатрос редко летит в северном направлении дальше экватора. У альбатроса слабо развиты летательные мышцы. Полет птицы зависит от ветра, поэтому ее можно встретить в районах между 30 и 60 градусами южной широты, где дуют достаточно сильные ветры. Альбатрос отдает предпочтение субантарктическим пространствам к югу от 40-й параллели. Холодные воды очень богаты рыбой. Альбатросы в течение своей жизни несколько раз облетают весь земной шар. Они могут годами не выходить на сушу. Ноги у них очень слабые. Передвигаясь по суше, они помогают себе крыльями. Чернобровый альбатрос гнездится небольшими колониями на удаленных островах. Пары образуются на всю жизнь. Однако птицы встречаются только раз в 2 года в период спаривания. Первым на место гнездования прилетает самец. После прибытия самки они вместе исполняют брачный танец. Птицы с широко распростертыми крыльями кружат в небе и громко щелкают клювами. Пара альбатросов на возвышенности выбирает место и строит гнездо из грязи и глины, куда самка затем откладывает яйцо. Сначала яйцо насиживает самец, а самка в это время улетает кормиться на море. Оба родителя сначала кормят птенца маслянистой жидкостью, которую отрыгивают прямо в клюв птенца. Потом начинают приносить мелкую живность. Они делят обязанности так. В то время как один охраняет птенца, другой улетает за кормом. Чернобровый альбатрос обычно парит над водой на высоте 15-20 метров. На такой высоте он наиболее эффективно использует воздушные течения и высматривает добычу. Он питается осьминогами, кальмарами, ракообразными и многими видами рыб. Альбатросы появляются над водой перед штормом, так как бушующие волны выбрасывают на поверхность много еды. Чернобровый альбатрос любит поедать отбросы. Нередко можно наблюдать стаи этих птиц, летящие за кораблем в ожидании остатков пищи, выбрасываемых за борт. Они пьют морскую воду, выделяя через ноздри излишки соли. Чернобровый альбатрос – представитель отряда трубконосых, чьи ноздри заключены в длинные роговые трубочки. Долгое время никто не знал, для чего они нужны, и только сравнительно недавно ученые поняли истинное назначение этих трубок. Известно, что морская вода непригодна для питья. Большое количество соли губительно действует на почки. Альбатросу, проводящему всю жизнь у моря, не остается ничего другого, как пить морскую воду. При этом эта вода не оказывает вредного воздействия на его организм. Дело в том, что благодаря этим трубочкам птица стреляет насыщенной солью жидкостью, таким образом из ее организма выводится избыток соли. Чернобровый альбатрос через трубочки, находящиеся на вершине клюва, стреляет солеными зарядами. Подобными же выделениями он натирает свои перья, отчего они становятся водонепроницаемыми. Молодой чернобровый альбатрос, умеющий летать,
но еще не достигшие половой зрелости, от 4 до 7 лет проводят в воздухе и на море, перед тем, как впервые ступит на землю для того, чтобы вывести птенцов. Альбатросов средней величины, в частности и чернобрового альбатроса, моряки называют Молли Маукс. Продолжительность жизни чернобрового альбатроса до 30 лет. Кроме человека, у чернобрового альбатроса нет врагов, поэтому он в настоящее время является самым многочисленным видом альбатросов. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оценивайте ролик и оставляйте к нему комментарии. Впереди еще много интересного!